Квартиры. Вы? Можно вас на минуточку? Все, поехали. Я сейчас буду залазить именно. Вот это хозяйка квартиры. Вы хозяин, называйте фамилиями отчество ваше. Михея Валентина Федоровна. Муж ваш, да? Нет, я одна была. Вы одна были. Да. Вы находились в момент взрыва в доме? Да, в квартире. В какой именно комнате вы были? Вот в той, вон в зале сидела. Сидела вот на этом, на стуле. Вот тут вы сидели, да? Вот тут на стуле. Оно как шарахнуло и меня... Я вот представляю, этой... смотрите, что случилось именно. Накрыло вот этой вот гординой. Смотрите. А где вы находились? Мирные граждане пострадали, вот насколько? Почти возле окна, то вы представляете, как именно Бог спасает. И телевизор был включен. Телевизор, успокойтесь. Это ваша вся территория, ваша, да, комната, да, спальня, да, ваша. Да, вот да, это вот спальня, да. А стекла даже именно сюда. Смотрите, даже стекла даже здесь. Даже именно здесь. Кусок снаряда не брал? Нет, нет. А то что забрал? Я не знаю, мы заходили. Да. Только что заходил в эту ванную, ворожу бы несколько. Теперь я иду в подвал. Подожди, снимай. Это кухня. Это кухня, смотрите, да, я здесь снимал снаряд, вот остались его куски, смотрите, вот его куски. Да, моя. Вот его куски, этого снаряда. Фрагменты снаряда, разложенные на столе и снятые оператором для экспертизы. Да. На втором этаже. Спичка, вот второй этаж. Пробитый, да. Пол, который ушел от снаряда. Протекание воды, характерное разрушение перекрытия второго этажа и перегородки с ванной комнатой. Газовые трубы на визуальный взгляд не пострадали. Продолжаем дальше. Вы от нас не уходите, вы должны... Смотрите, куда он попал. Смотрите. Ванная комната, снаряд, прошелший со второго этажа, разбив ванную комнату, попал в подвальное помещение. Воронка находится при входе, глубина больше 2,5 метра, остальные съемки снимаем при спускании в подвал. Комната разрушена, непригодна для существования. С третьего этажа. Так, ну теперь, братуха, смотри, я лазил так, я вот ты вылез. Нету там погоды. Ну, возьмите, посветите, подождите, пожалуйста. Да, житель этого дома? С какого этажа? Я залазил в подвал. Вы с третьего этажа, да? Да. Не переживайте, не переживайте, это все нормально. У нас разбиты стекла, выбиты стекла и все. И все, всего лишь стекла. А это сколько? Все это сколько случилось? Вот смотрите, что происходит. Женщина беременна, и насколько они уничтожают нас. Это украинская армия. Да, уроды. Уроды. Сволочи. Вызывают за шумы. Так, теперь я иду в подвал. А большое нормально, смесь года такая. Там осталось? Не-не-не, забрали из комнаты, а ваш кухня лежал с... А тут этой штуки с резьбой. А-а-а. Маркировка там все дела. О, сука, кто забрал? Подвал не придется, да, снаряд. Надо залазить, полезли. Полезли. Подержите, пожалуйста, и камеру, я сейчас, вы мне подадите ее. Да, держу. Так. О, бля. Потом в школу надо будет поехать вообще. Там детей пиздец. Давайте камеру. Держите. Камеру, камеру ты держи. Ага. Так. Вот свою комнату. Сейчас. Где ты мне показывал? Вот эту комнату. Не в эту. Вот. Вот, да, вот в эту комнату. Вот снаряд, да, который прошел с второго этажа. С первого этажа. Подвальное помещение. Видим нарушение водоснабжения, водоотлива. Пробираемся к месту падения снаряда. Проходим к нему. Вот она, она дырка сама. Входящая. Открываем, блядь. Так. А ну-ка дайте еще вот так вот
Вот она сама дыра от снаряда. Нет, тут скорее всего. Буты разбиты. Вот эта часть снаряда, который именно попал во второй этаж, пробил первый этаж, и он именно застрял в подвале. Сопло. Вот, смотрите. 122 миллиметра. Остатки. Остатки от него. Есть? Да. Сейчас. Снял.